В Польше очередной скандал вокруг захоронений советских воинов. В городе Горволин вандалы осквернили могилы красноармейцев. Они разбили полтора десятка надгробий, сломали таблички, вырвали из земли крест. Это обнаружил местный житель, который сообщил в полицию. Началось расследование. Тем временем в другом польском городе Санеке под угрозой сноса оказался памятник советским воинам. Я думаю, что памятник нельзя сносить, ведь он посвящен солдатам. Памятник, конечно, не самый лучший, но я против того, чтобы его убирали. Окончательное решение о судьбе памятника будет принято уже в следующем году.